Говоря о героях, мы вспоминаем в первую очередь тех, кто был или сейчас находится на передовой линии. Однако и в мирной жизни хватает историй, полных неравнодушия к ближнему. И без оружия в руках можно стать героем. В интернете активно обсуждают поступок мотоциклиста, вернувшего женщине украденную сумку. Увидев, как вор вытащил аксессуар с заднего сиденья автомобиля, уличный страж, не раздумывая, бросился вслед за преступником. В результате вор выронил сумку и пустился в бега, а мотоциклист вернул даме ценную вещь.